знали, что тебя не знают. А внук Выгина. Гражданин Монголии Ишныргу никогда не был в России, при этом живет в считанных километрах от нашей страны в поселке. После дружеских посиделок в соседнем населенном пункте мужчина отправился домой, но в темноте потерялся и направился к российско-монгольской границе. Преодолел инженерные сооружения и оказался на территории России. Через 20 минут нарушителя задержали наши пограничники. Жителя Монголии доставили в подразделение, где ему оказали медицинскую помощь и предоставили переводчика. Из-за инвалидности задержанного и отсутствия пальцев на обеих руках, установление его личности стало возможно благодаря взаимодействию российских и монгольских пограничных ведомств. Мужчину на основании договора между Российской Федерацией и Монголией после выяснения всех обстоятельств нарушения передали соседней стране. Тем не менее, к юридической ответственности он все же будет привлечен, но уже в соответствии с местным законом. Отметим, это уже второй случай нарушения госграницы гражданином Монголии за этот год.